Вы чё, в самом деле? Всё-таки не особо они дружат друг с другом. Смотрите, у них в крови уже поцарапаны. Вот. Ё-моё, хорош! Да вы чё? Ого, он хорошо. Он его сейчас убьёт. Всем доброго здоровья и приятного аппетита, кто сейчас кушает с нами, Юлия Мишка. Всем привет. Ну что? Тот самый мир. Посмотрим заставочку. Здесь всё и началось. Тут мы совершили прорыв, ни минуты не думая о последствиях. А природа, как всегда, обрушила на нас хаос. Тогда нам казалось, что все в наших руках. Но хаос заставил нас заплатить. Ненадолго мы вспомнили, как драгоценна жизнь. Правда, со временем такие воспоминания всегда уходят на второй план. Амбиции с нами надолго. Для динозавров, что остались на острове, время потеряло смысл. Они были чудом науки, а стали ценными активами бизнеса. Быть может, нам пора задуматься о том, что такое природа. Это бесконечный цикл с одной целью – выжить. А это значит, динозаврам и людям предстоит научиться жить в согласии друг с другом. Как вы, ребят, уже поняли, эта игрушка под названием... Jurassic World Evolution 2. Да. В общем, не ожидали, что он так быстро выйдет. Здесь нам все красиво показали. Видимо, это продолжение фильма второго. Да. Ну, как там было и написано, после катастрофы фильма. Да. Игрушка... Для нас пустыня — это место, где нет ничего, кроме самых экстремальных форм жизни. Но жизнь царила и процветала здесь сотни миллионов лет назад. И если учесть геологическую историю, легко представить, как посреди сухих колючек бродят динозавры. Сейчас ящеры разгуливают на воле, и это не устраивает власть имущих, ну тех, кто ими себя считает. А значит, перед нами проблема или перспектива. Теперь ваш черед. Раньше меня никто не слушал. Но кто знает, может быть, с вами... Все выйдет иначе. Я готов принять эту неопределенность. Такс. Да, хотел сказать, первую часть мы проходили на канале. Вторую очень ждали. Ой. Да, вот она сегодня вышла. Ну, точнее, вы уже, наверное, на следующий день смотрите. И я как рада. Так, послушаем людей. Помощник директора Департамента охраны природы США. Знаю, звучит очень представительно. И так оно и есть. Но давайте пока забудем о чинах и званиях. Скажу без мудреных слов. Я ваш начальник. Теперь все довольно просто, не правда ли? Конечно. С вами будут работать настоящие специалисты. Прошу любить и жаловать. Клэр Диринг и Оуэн Грейди. Знакомые лица все. Да. Мы работали с динозаврами вплотную. Послушай. Я бывшая управляющая мира юрского периода. Мы с Оуэном вместе помогали строить тот парк. Были там и в день инцидента, когда парк был, к сожалению, разрушен. А это Оуэн. Работает с велоцирапторами. Формально я эксперт по зоопсихологии. Но можете звать меня дрессировщиком динозавров. Я только-только добился, чтобы они мне доверяли. И тут на тебе. Итак, кое-чем надо заняться в первую очередь. Для начала построим оперативный центр, где есть внедорожник для команды рейнджеров. И вертолет с командой отлова. Все как и раньше, да. В принципе. Новый, хотел сказать, кстати, биом получается. Ну да, мы в пустыне, джунгли. Ну там несколько островов были. Ну, мы только, да, по-моему, да. 1-2 острова пощупали. Но мы здесь, нас ребята в прошлых сериях просили, чтобы мы разговаривали. Ой, давали этим... пообщаться. Да, персонажем, так, потому что а как их озвучивают. Мне, да, повернуть. Ага, все, вижу. Миш, стой! Я что-то тупанул. Сделал. Да, дорожка-то у нас тут. Теперь идеально ровно. Да, пофигу, и так сойдет. Так, влепили. Надо провести дорогу. Электричество сюда. Сначала она просит. Мы прекрасно справляемся, так что
Продолжаем в том же духе. Чтобы оперативный центр не остался без света, постройте и подключите резервный генератор. Убедитесь, что он соединен с сетью дорог, потому что иначе он просто не будет работать. Все, надо еще вспоминать, как здесь управление. Так, подключили, осталось дождаться постройства. Видишь, постройки. Обучение есть, так что... Я имею в виду в плане нажатия, как камеру поворачивать. Лэ, искать этого динозавра с земли будет непросто. А если повезет найти, то нам вообще кранты. Вертолетик. Значит, нужно взять вертолет команды «Атлон» и обезвредить особь с воздуха. Короче, сразу же движухи начинаются. Искать начнем. О, я им управляю. Да-да-да. Так, все, поднять, пустить. Вбок, влево. Так, цель. Ага. Так, компас показывает, куда нам нужно. Вот здесь так, вот сверху. Ага. Так, R, чтобы прицеливаться. И нажмите, чтобы выстрелить дротиком. Класс. Мне нравится, что нам надо, наверное, немножко вот в эту сторону. Классно. То есть мы сейчас будем искать... Сразу движуха. Да, то есть здесь немножко по-другому. Если мы раньше на карту мира отправлялись, то здесь по-другому. И не забывайте, ребята, лайкосиком поддерживать, если вы хотите увидеть еще продолжение. Либо так остановимся хотя бы на вводной части. Так, ладно. Миш, давай ВР. Прицеливание. Где он там? О, здорово, чувак. Валяй. Все, ждем, пока. Сейчас он, как обычно, немножечко побунтует. Погуляет, да. И успокоится. О, мы стоять. Будем держать тебя в самых лучших условиях. Надеюсь, да. Но, как мне кажется, в нашем парке ему будет гораздо безопаснее. Все-таки на воле бродить, ну, судя браконьеры, по всему, все дела. Мы ловим хищника, поэтому другим легче будет, а ну, не ему. Ну, и другим легче, и ему. Так, ты что там, тебе мало, что ли? На! А, да, смотри, да, процент. Смотри, все, теперь сот. Блин, ну ты прям в воде. Конечно. Так, больше мы его не видели. Я слушаю. Поймали. Все прошло успешно. Поймали. Все получилось. Я не сомневалась. Правда? Ну, перевозка. Может, немного. А-а. Так, ну, куда спасибо. Мне? Нужно показать. Так что? Так, верните, что приключиться. Готовый загон. Просто доведи дело до конца. Жесть. Так я же всегда... Давай. Давайте сюда. Ладно. Можно обратно было в воду его, чтобы Всё. Ему было комфортнее. Здесь, кстати, по настройкам тоже много всяких прикольных тонкостей. Сейчас чуть попозже об этом скажу. Так, оценить ситуацию, спланировать. Ну, понятно, паузу на space. Всё чтобы перевозить. Можно перемотать время на кнопки цифры, в общем. Перематывайте время с осторожностью, чтобы что-то не произошло плохое. Ладно, давайте пока почекаем. Хотел сказать, что тут с NVIDIA видеокартами появилась технология, которая может вам апскейлить как бы графоний получше в этом плане. Жан, будет и меньше затрат на ресурсы. Что динозавры не выживут на воле. Теперь у нас целый ворох новых трудностей. Повезли, а может, пацана. И возможностей. Да. Крокодил ген такой есть. Да, кстати, я тоже хотела сказать. В голубом вертолете, давай. Ну, мы можем типа чуть-чуть перемотать. Да. Потому что видишь, как долго его везут. Да, пацан летит. Ну, правильно, такую тушу попробовать. Такой мелкий он, вот если честно. Все, давай на стандарт. Мы должны увидеть, как. Сейчас. Во, все. Привозит парня. Ну, слушайте, это всегда еще игра хороша тем, что детализация очень большая, очень хорошая. Выпускайте зверя. С языком не очень хорошо идет дело. Так, все, чувака по физике. О, ого, доброе прям утро. На ноги. Здрасте. Вот он, товарищ. Первый житель нашего... городка. Да. Вот он. О, этого динозавра я сразу узнала. Когда посидишь с таким в заложниках, сложно забыть, как он выглядит. С того Бриониса мы спасти так и не сумели. Но зато поможем вот этому. Да, тут прям прямые отсылки к фильму. Да, да, да. Ну что, ну, вернемся. Тем, кто не смотрел, посмотрите. Динозавру хватит естественной пищи. Поэтому в загоне нужна кормушка. Голодные динозавры заставляют меня нервничать. У нас кто он? Прекрасно понимаю. Сейчас, кормушку для рыбоядных. Разместите кормушку, да, для рыбоядных. Это у нас кормушка для рыбоядных. Куда ее нужно? Мелководье. То есть нам где-то в воде ее нужно поместить. Да, вот здесь. О, то есть он рыбку ест. Ну да. Ну давай вот здесь. Прикольно. У нас такого не было, я не помню во всяком случае. Так, а давайте. Он... Вот, можно наблюдать. Сейчас он похавать будет, видишь? Мы все выполняем. Вы осматривать, фига себе рыбы. Хорошо. Нам нужен отчет о состоянии динозавра. Куда-то отправьте транспорт с командой рейнджеров. О! Ага.
А Оуэн поможет выяснить все, что нужно знать о животном. Хорошо. Дорога четко. Потом составим план действий. Погоди, а нам точно это нужно? Я имею в виду план. Знаешь, я как-то всегда на ходу все придумывал. Знаешь что? Если не получится, то сделаем по-твоему. Что ж, неплохой план. Так, в общем, нам здесь говорится, что нужны рейнджеры, чтобы проявлять состояние особей. Да, и можно ставить посты. Раньше, по-моему, да, такого не было. Не было, я не помню. Можно назначить на посты. Время от времени они проводят проверку состояния всех динозавров. То есть автоматизм, что ли, будет? Ага, да-да-да. Хорошо. Так, у нас есть бинокль. Ну, наверное, пост потом проведите надо проверку. Будет ставить. Наверное, да. Но пока нам задание только Миш, посмотреть. Миш, ты только слишком близко к нему не подъезжает, он вдруг он агрессивный. Но он, видишь, боится. Вот, мы сейчас можем проверить состояние его. Так. Докладываем о состоянии актива. Ну, нормально. В Аризоне нам не создать условия, как на островах. Но мы сделаем все возможное, чтобы динозаврам здесь жилось комфортно. Намажем их кремом для загара и нальем по коктейлю. Это ты сейчас шутишь? Или... Ой, мама! Разместим в вольерах то, что любят динозавры. Как тебе такое предложение? Отсутствует камень. То есть он ему камень нужен? Ему, что-то? Да, нужно комфорт сделать не ниже 95%. А у него сейчас что? 78%. Беда, вода. Отсутствует камень. Эй, мужики, едьте. Какой давайте. Камень? Ну, камень, наверное, декорация какая-то. Так, посмотрим, вон, что камень. За камень. Какой ему надо? Давай будет. Самый красивый камень какой-нибудь ему поставим. Самый красивый? Ох, ё, вот это закасать. Камень. Миша, по-моему, да, это отвали ты уже от наших. Сейчас перед давай нас. Прям перед ним камень. А, не... ну, тачку нашу кто Порше. За это будет платить? Какой вот тебе жопа. Камень теперь? Мужики теперь помятые, смотрите. Ладно, давай, давайте где вляпим? Ему. Он, видишь, он чё такой злой-то? Потому что камня нет. Давай вот такой, может, камень. Вот такой? Да какая разница? Поменьше. Бум. Ну вот что? Тебе, пожалуйста, камень. 84. Ему еще. Короче, ему камней надо навалить. Ясно. Нормально. Ну, давай маленьких еще каких-нибудь. Я хочу вот это, если честно. Я бы где-то вот в воде вбахал вот так, чтобы ладно. Не так было скучно. Дальше, что еще вставим? Чем пару ему не таких камни? Камушек. Давай проверим его тут. И вот так. Состояние. Ну че? 96. Все, нормально. Ну что, давайте. Да, кстати. Не ниже. Все, ждать осталось угу. время. Он, видишь, осматривается. Он такой, о, камень. Все идеально. Мне нравится, что даже если вы играли в первую часть, вам напомнят, как. Потому что вдруг забыли. Первая часть давно выходила. Ну да. Все, одна секундочка. Так, теперь. Ура! У нас новое задание. Так, Миш, за надо этими вот сюда динозаврами пост. Нужен глаз да глаз. Не помешает установить на территории загона пост рейнджеров. Знаю, на первый взгляд безумие, но так надо, поверьте. Так, хорошо. Может быть, надо поближе, ну, типа вот. Ну, он, сюда. Смотри, он какую большую ага. территорию занимает, то в принципе он... А, ну, он... можно, то есть вообще где-то вот здесь ну, поставить? Ну, нет, зачем? Нам нужно, чтобы он покрыл блин, всю карту. С... Ну, ладно, давай. Ну, окей. Нам и в од... ну, как бы... Я бы, конечно, не хотела там работать. Ну, а что, нужно? Так, и нужно назначить. Так, сейчас мы назначим теперь, добавить задачу. Патрули рейнджеров. И, наверное, вот он, да, выбрать? Да. Все, отлично. Все теперь у нас готово. Найдите, Клэр, обезвредьте эту дикоросу поблизости. Ну, сейчас мы мужчину послушаем. Допустим, это так. Но этот факт не отражает всей полноты картины. Злые динозавры на воле. Я что-то упустил? Они не злые, просто живут инстинктами. Динозавры становятся агрессивными, когда чувствуют угрозу. Особенно, если это... Вопрос выживания. Пошел так и есть. В том числе и нашего. Да. Через но воду. Это понимаем только мы. Ну, это пока что. Мы обезвредим одну особь из вертолета, а потом отправим службу перевозок, чтобы доставить ее. Отлично. Вперед. Ну что, давай. Да, займемся. Теперь нам нужно другим динозавром заняться. Так, нам нужна перевозка. Нам нужно сначала вертолет. Да. Такс. Поехали. Точнее, полетели нам в эту сторону. Нам нужен клёво, трицератопс. Мне вот эта тема нравится. Ну да, то есть потом это, конечно, все на автоматизме будет, но сначала вам нужно ну, самому поработать.
Может быть, потом все равно как и по старинке, ну, как что, раньше. Парочку, будет. Что ли, тут? Ого, ну давай, даже три, да. Три штуки. Но нам нужно, ну, один, по идее, да. Один нужен? Да, дикую особь. Блин, совершенно они все дикие. Тусят тут. А че, им будет скучно. Ну их так-то... Вот тебя и возьмем. И давай еще. Сейчас, погоди, проверим. Может, ему хватит? Нет, еще надо. Все, достижения какие-то. И теперь нам нужна перевозка, да? Это нам совершенно не эти ребята. Перевозка у нас находится вот здесь. Выбираем персонажа. Пипец, и на базу. Конечно. Далеко. Слушайте, карта прям вообще огромная. И нормально здесь будет? А куда? У нас загонов больше нет. Да. И нас не обучали, чтобы новый построить. Ну, хотя этот рыбу ест. Ускоряем. Уж может, ну, только этот может быть опасен. Но эти, по-моему, довольно спокойные ребята. Все, за ним тут едут. Слушайте, ну тут территория, конечно, такая, нехилая. Да-да-да. То есть, прикольно, на самом деле, что вы, можно сказать, ту зону, на которой находитесь, ее и обуздаете. Так, что-то я застрял немножечко. Это правда. Ну, а скорее всего, может быть, здесь будет несколько каких-то, опять же, там, островов. Ну, да, или может быть, такое. Может быть. Но тут, во всяком случае, по-моему, не одна. Есть вот эта компания, есть еще какая-то компания Хаос. Я уж не знаю, чем они там отличаются, но мы решили основную, естественно, начать. Все, мне приехали. Кажется, здесь будут еще какие-нибудь водные, наверное, динозавры. Ну, судя по трейлеру, которому. Вот этого я очень мы не смотрели. Жду. Так, ладно. Так, ускорение. А я думаю, что он поскакал. У него здоровье норм, комфорт пока непонятно. Нет данных, нужны команды. А, их нужно отправить, да. Но я хочу лично это сделать, если честно. Так, только, Миш, надо быть... Так, управлять напрямую. Давайте аккуратнее. Давай объедем, может, вот здесь. И, кстати, здесь у них тоже на радаре показываются эти особи, то есть можно будет изучить. Так, можно напрямую управлять командой отлова во время поиска. Но мы это сделали. Найдите, обезвредьте дикую особь. Все, Миш, давай это. Так, а мы разве... Так еще, видимо. Надо их ой, всех, ой, сорян, сорян, сорян. Тихо, тихо, тихо. Управлять напрямую. Так, сейчас мы проверим. Проверка состояния. Одиночество. Видишь, ему надо я еще. Понял. Ладно, 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 ладно. Такой, пошел я отсюда. Лучше вы это... кто такие? Я вас не звал. Идите тихо, тихо. Нафиг. Я хотел лишь этот... Уедут они сами-то чей? Да. Ладно, уеду. А я тогда возьму под управление снова вертолет. Так, спит как раз красавец наш. И где? Ага. Я бы сразу, наверное, по двум стреляла. Сделать фотографию можно. О, класс. Блин, а клево выглядит-то. Чпоньк. И за это еще деньги. 23 тысячи баксов! А вот ой, устроили драку. Блин. Ладно, надеюсь, разберутся там. Попал. Она и так спит. Все, усыпил. И вот эту, может, сразу же думаешь? Ну да. Ну ладно, давай. Наверное, всех нужно забрать, серьезно. Ну, конечно. Раз... Ну а прикинь, этот здесь будет один раз. Шкала лишь на треть. Блин. Кому-то там фигово стало. Да. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас вот попасть бы, вот. Попал. Так, все. Отлично. Срочно. Что там, погоди, что случилось? Изолируйте. Изолировать нужно срочно. Они там, видать, это помахались друг с другом. Вот где он вы там? Как раз и махался, вот этот. Так, как мне их изолировать? Типа, может, здесь достроить загон. Можно? Так, давай. Ворота это у нас. Ограждение. Это ограждение. Так, вот здесь можно выбрать какого уровня. Ну, давайте пока второго оставим. Может быть, новый построим, типа. Давай, ага, я все время пытаюсь зажать, а тут нужно нажать. Попробуем. Ну, мы им сейчас обустроим, чтобы комфортно было. Кстати, прикольно. А вот посетители, кстати, здесь как это будет? Совершенно по-другому оформляться в этом плане. Все, вроде застроили ворота. Ворота вот здесь внешние окей. Есть. Так. Мы, кстати, не выбрали. Их нужно забрать, да? Да. А как уж тут вот эта штука нам нужна? Блин, тут много заданий. Они сейчас еще проснутся. Скорее всего, да. Так, давай. Тебя... На... Вот сюда. Вот сразу. Сюда. Так, так, хорошо, можно вернуться. Сразу можно это... сразу же еще там, как задачу добавить. А его типа надо... Сюда, ага. Его туда же вон, пожалуйста. А, надо поближе. Выдвигаюсь. И вот активы. Надо вот этого будет усыпить, товарищ, лишь чтобы они не дрались. Сейчас... Где он там валяется в кустах пьяный? Пусть спит. Так, хорошо. Давайте возьмем вертолет. Так, тихо. Вертолетик. Управлять. И займемся усыплением. Вон, видите, появляется безредить команда.
Может быть, можно... Ну ладно, мы сейчас сами опять же разберемся. Чувак, ничего личного. Да, только прости, не бесись. Ну все, сейчас должно... Успокоительный вкололи. Хорошо, пройти. И тоже перевозим вот этого товарища. Почему нельзя? А Миша, у тебя, наверное, все заняты сейчас. И что? Ну как бы... И то. Вон, видишь, везут. Все, хорошо. Все занято. Он пытался... Вот, все, он просто еще не окончательно проснул. Вот все. Все. Так. Надо посмотреть, будет, что им по комфорту, что они жрут. И обустроить здесь. Чпоньк. Не забудь построить ворота. Надо изучить ворота, их сначала. Так, требуется что? Тихо, не бесись. Требуется проверка состояния, понял. Ну, сейчас мы сейчас этим займемся. Так. А вот, наверное, нет? Или что это такое? Да нет, вот нам эти нужны товарищи. Стой. Давай пойдем сначала туда, и там тоже пост построим. Окей. Так, а есть какое-то ускорение тут? Ты тачки-то? Я помню, что можно было еще тачки пооткрывать. Да, но это все потом будет явно. Давай заедем. Сюда. Мы можем фото еще делать. Так. С помощью этих персонажей катающихся. Ну, здесь прям пусто, пустыня голая. Сейчас я сфоткаю. В целом дела у нас налаживаются. Уверен, мы возьмем ситуацию под контроль. 54 тысячи. А теперь валик. Аккуратно. В первую очередь разнообразие. Сейчас нам тут расскажут. Но сейчас нам надо перевести всех особей в безопасное место. А чтобы сотрудники департамента могли следить за динозаврами, постройте еще несколько смотровых галерей. Окей. Блин, мне нужно... Так, территории. Так, передвигаясь по загону, динозавры одного вида образуют свою территорию. При определенных уровнях комфорта учитывается только ее собственная территория. Mm-hmm. Ага, то есть они только... Mm-hmm. Так, где бывают редко, сокращается, чтобы увидели актуальные границы. Окей. А, то есть потом можно сократить, да, территушку, например. Ну, в принципе, отрезать внутри этого ты имеешь в виду. Ну да, да. Так, я хотел всех проверить. Еще у нас вот это. Обеспечить этим особям уровень комфорта не ниже 95. А этого мы уже сканили, нет? Видишь, у него торчит эта штуковина. А, повторить медосмотр через... Актив проверили. Все. Все. Теперь можно отключаться, я думаю, ребята сами уедут. Все, у нас тут теперь смотровая пошла тема. Ну, это мы обеспечим. Видно. Трицератопсов. А здесь галереи-то разве есть? Откуда их вот? А, так надо построить. Нет, вот этих. Нас вот их именно надо. Этих просят. Да. Почему? Ну ладно. Вот может, она. Далеко. Так, хорошо. Вот, наверное, как-то так, чтобы к дороге-то ну, ближе давай, было. Давай, давай. Нужно обязательно дорогу слепить. Сейчас нужно подождать. Где у нас тут эта основная линия? Ну, ты как-то сделай. Ну ладно, пусть так будет. Как-то неровно. Но, черт. Нормально, мы в пустыне, у нас тут, видишь, условия не самые. Но мы еще потом подкорректируем. Надо посмотреть, что этим товарищам-то надо. Комфорт. Так, низкорастущие стебли им нужны. Вода, во-первых, нужна. Да. И стебли. Изменить среду. Вон, нам сразу же помогает игра в этом плане. Сейчас мы вам тут... Ну, смотри, какой кайфос. Ох, сейчас стой. Будет. А, ну у нас, в принципе, денег достаточно. Клево, смотри, класс. Тут ну, это... Хватит. Так, нам воду нужно. Дальше водичка. А, ну, я не знаю, может... Давай где-нибудь, да, вот здесь. Во, прям прикольно. Ну, ты единственное, у нас теперь... Чего? Там растения в воде. Ну, это же можно выглядит. Убрать. Ща. Во. Вот так лучше? Да. Дальше. Что нам нужно? В принципе... Вода 31%. 66%. Что им не нравится? Низкорастущие стебли. Какие-то. Ну, сейчас давайте посмотрим, что за низколиственные вьющиеся. Вот. Низкорастущие стебли, да. Ну, давайте. Может, еще какие-то есть? Вон извините. Еще, им нужно вот это, может, тут добавить. Ну, чтобы деревица. Есть странно, что хвойные. Есть и низкорастущие. И сначала они, типа, низкорастущие, ну, да, возможно. То есть, ну, давай вот так. Более-менее, так. Что ли, на что-то похоже. Да, ну, давай это. Сейчас побольше вот таких за... Чтобы они рядом с галереей были. Во, норм.
Да, давай проверим. Все, просто супер идеально. Вот так. Они вот. Счастливы, я бы даже еда сказал. Еда только я не знаю, чем их надо кормить. Так они травоядные. А, травоядные, точно. Они вот эти... Блин, ну красиво. О, смотри, можно типа поближе к ним. Посмотреть. О, можно. Видите, какой довольный. А как вот можно здесь, раньше-то помните, было... Режим фото? Да, 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 да. Ладно, что у нас там? Все вот выполнили. Так, типа, скрыл. Так, интерфейс, дальше что-то. Ладно. У нас многие животные просто разгуливают на воле. Надо скорее их отловить, а для слаженной работы понадобится экспедиционный центр. Постройте его, а дальше разберемся. Давай, может, где-нибудь тут, вот тут. Здесь, да. Нет? Сейчас. Разберем. Нужно еще, чтобы к электричеству потом приконектиться. Вот. Но мы как-то вот так по линии давай, сделаем. Давай. Сейчас. Вон уже людишки ходят тут. Работнички. Так, дорожка. Теперь еще. Меня прям эта игра расслабляет. Ну, тут вообще круто, что она и на других платформах выходит. То есть на PlayStation, можете спокойно поиграть. Естественно, от такой огромной компании, ну и, соответственно, игра выходит с большими деталями, с большим количеством деталей. Хотела сказать только, ты не помнишь, по-моему, раньше была еще какая-то территушка, что надо было электричество как-то подводить. Ну, тут, мне кажется, это будет, Юль, с проводами да? тема. Ну, мне кажется, да. Но пока что у нас просто генератор. Пока довольно легко. Выследить динозавров не проблема, но и помощники мне не помешают. Клэр сказала, у парка есть несколько кандидатов. В смысле, ученых. Вы уж подыщите кого-то безбашенного, типа меня. Окей, ученые ваши основные специалисты. Они будут выполнять задачи. Перечислены на сайте. Ученых три типа навыков: логистика, генетика и благополучие. Ну, в принципе, что-то подобное там тоже было. Да, да, там тоже было. Каждая задача требует определенных навыков. Назначенные на нее ученые должны соответствовать этим требованиям. Так, если очков навыка окажется в избытке, задачу можно будет выполнить быстрее и дешевле. Ясно. Хорошо, нам нужно нанять, получается. Так, да. Карта экспедиции. Нет, нанять в центре управления. В центре управления. Это экспедиционный центр. Да-да-да, центр управления у нас здесь, к списку ученых. Так, нанять можно здесь. Сейчас посмотрим. Итак, логистика, генетика. У них, ого, вот а мадама. Кого выбирать? У нее типа логистика супер. Угу, но все остальное по нулям. Но здесь зарплата на 50%. Альтруизм, потенциал, логистики на 5. Может, нанять 250. Ну это годовая, тысячи. Годовая. Ага. А это в минуту стоимость. Ничего себе, зарплата тут. Ну, Миш, блин, с динозаврами. Тебя в любой момент могут понятно. Сожрать. Ну слушай, конечно, альтруизм это крутая тема. Тут может... всего понемножку у ну, первого да. кандидата. С нее начнем. Ну давай, может быть. Генетика благополучия. Всего по чуть-чуть. Ну давайте. Хотя ука мне тоже. Ну можно ведь двух нанять. Можно и уку нанять, как логистику. Клэр, ты это видишь? Ну, давай. Ну ладно, погоди, а то вдруг... Еще бы. Вот он, наш первый шанс на гуманный отлов. Воспользуемся. Ага. Назначим эту задачу нашему новичку-ученому. Согласны? Согласна. Оуэн, тебя не слышно. Почему? Микрофон не включен. Так, с экспедицией. Ага, да, прошу прощения. Давайте, нам же терять нечего. Ну, о, может быть, кроме стегозавр. Ну что, отправляем, получается? Да. Так, и как нам нужно приступить к задаче? Хорошо, клево, все, там... на самом деле все довольно ну, просто. Ну вот это как и там было. Для динозавров нужно подготовить загоны, пока не приехали команда отлова. Так. Они как бы снова вернутся домой. Ну, в каком-то смысле. А, получается, нам нужно еще загонщики, дождитесь завершения экспедиции для гуманного отлова. Если еще не гуманный, смотрите, там бодаются. Резвятся, да. Что-то надо творят. Но это мы можем спокойно, сколько угодно потом. Да. Окей. Режим обзора управления тут. Ну, это еще много тут чего у нас будет. И декоров нет. Так, сообщение какое-то. Так, отлов. Найдено 4 особи. Поймано 4 из 4. То есть, может быть, удачный отлов и неудачный, что ли? Ну да, типа. Так, привести, ждать 2 минуты. Ну, слушай, они же травоядные, может, не будут ну, борзеть с этим. Давай попробуем. Единственное, им могут... другие ну, условия. Размеры, ну, если да. что, перевезем.
Так, вот сюда. Блин, их четверо. Пацаны, сейчас вы не в одиночестве будете. О, побежал. Так, давайте посмотрим, что его устраивает. Комфорт 100%? Не, пока неизвестно, они должны тут еще как-то более-менее... Давайте жить дружно. Мы здесь, кстати, этот не построили. Мы можем им здесь просто еще вот какую-то растительность. Они же, видишь, территорию пополам можно будет разделить и смотровую поставить здесь. Правда, дорогу тяжело будет вести. Так, надо как-то выслать жипаков наших. Рейнджеров. Где они там тусят? Кстати, мы рейнджеров сюда не поставили. Так я и говорю, не построили эту штуку. Точку, да, смотровую. Ну, я не знаю, можно тут, наверное, вляпать. Я уже забыл, где это. Так, это не то. По-моему, вот здесь. Да, молодец. Так. Ну, где-то надо бы... Блин, вот так, что ли, забабахать? Давай. Будка. Вот так. Так, и нужно еще будет назначить, да, у нас? Так, устроили драку. Ну вы че, в самом деле? Все-таки не особо они дружат друг с другом. Смотрите, у них в крови уже поцарапаны. Вот. Хорош! Вы че? Ого, хорошо. Он его сейчас убьет. Так, у нас тут небольшая проблема. Хьюстон, у нас проблемы. Нам надо его лечить. Так, новое сообщение. Задание выполнено. Задание провалено. Не допустите. Смерти. Ну-ка, окей. Так, пришлось тут нормально так перепроходить. Мы сразу же все подготовили, разделили загончик. На, сейчас их быстренько... Участочка. Ой, ты че, чувак, дурачок, что ли? Да ё-моё. Так придется. Короче, самому. Все ясно. Хочешь сделаться нормально, сделай это сам. Я тебя просил чисто... Да он его, может, отсканировал? Так вот, я и хочу, чтобы он это сделал. Так, пока они тут валяются. Потом проверим, что у них, да как. Да. Ну, вроде должно быть все шикарно. И вот последний. Все, валяются. Только, пожалуйста, никого не раздави, пока тут это. Проверим. 84 комфорт. Что-то мы не особо... Область, не особо мало, что ли, этой. Вода. Ой, не зона много. Воды, пустырь. Воды, и да. Странно, необходимые... Только не врежься, ну... Ладно, снимем еще... Смотри, что творит. Нет, отсутствует открытое пространство. Нужно, видать, чтобы пусто было здесь. Ага, окей. То есть, я не знаю, сбрить вот это все. Да, вот так нормально. Так. Вот. А вот сюда может... Сейчас-то вон все доволен. Ну, в принципе, плюс-минус... Растет. Доволен. Так, еще надо будет смотровую построить. И трицератопс, все, постройте новый загон, сейчас будет все готово, и мы сейчас отправим уже по-быстрому ученого в ту точку. Все, нам надо дальше смотровую. В целом дела у нас налаживаются. Не в эту сторону, уверен, товарищ. Уверен, мы возьмем ситуацию под контроль. Вот так, да, дорожку проведем здесь. Кое-что меня все же беспокоит. Да, где дорожка? Давай, тут лучше, сверху или вот справа? Да нет, давай вот здесь. Но вот так. Сейчас нам надо перевести всех особей в безопасное Дорогу я имею в виду куда вот? А чтобы сотрудники департамента могли следить Окей. за динозаврами, они постройте еще есть. Несколько смотровых галерей. Так, вот где-то вот здесь, но мы начнем. Ну, конечно, не супер ровно. Не совсем ровно, ну ладно. Тут... Да пофигу, пусть так будет. Соедини, да, вот. Во, нормально, вот так. Странно, ну вот так давай. Ну ладно. Так, может тут изогнутые линии делать? Короче, у нас своя дорога. Геометрия, да. Все, отлично. Все вроде готово. Всех видно, все шикарно. Теперь многие животные просто строим быстренько. Это, ну сейчас, короче, дойдем до туда. Надо скорее... У нас тут новые люди появились. Вы уж подъезжаете совершенно... кого-то безбашенного, типа меня. Кого будем брать? Единственное, у нас были в прошлый раз... Альтруисты одни. Альтруисты, да. Но стоимость задания дешевле. Заданий. Да, давай вот его можно. Вот Акоста, да. Джошуа, давай наймем. В прошлый раз, скорее всего, надо было подождать Давайте, две минуты. Нечего. Ну, может быть, ну так мы сейчас подождем, мы этих привезем. Не, я имею в виду в прошлый раз. А мы сразу их типа сюда доставили, и за да, это они да, подрались. Да. Но я просто не думал, что они подерутся. Нужно подготовить загоны. Вот в чем дело. Пока не приехали, команда отъезд. Вот она, видишь, говорят, надо подготовить загоны. Они как бы снова вернутся домой. Ну теперь-то мы ученые. Да, теперь должно все отлично пройти. Так, а можно, уже готово перевести, мне кажется, да. сюда. Мы сейчас им все быстренько обустроим, когда узнаем. Ну сейчас узнаем, что им надо. Надо еще патрульный построить будет. И да, там, да, и да. там. Вон этот резвится. Пипец у него, конечно, загонище. А мы его распилим, уже будет понятно, какая у него территория. А, будет. да. Можно скрыть статистику. Классно, носись. Мне прям не нравится. Так, все, привезли товарищи.
Я, конечно, могу автоматом, конечно, добавить в плане патрули, но обычно это заканчивается не супер хорошо. Ну, что-то да, они какие-то. Ну, давай попробуем, мало ли, вдруг у него в этот раз получится. Ага. А кто у нас за кем наблюдает? Оуэн, ты о чем? Ну, просто динозавры все время на нас смотрят. Получается, все, молодец, выполнил. Да, верно. Че, все, когда динозавры свыкнутся с новыми загонами, надо будет построить смотровые галереи. Именно. Воды. Я об этом и говорил. Все, тут чувачочек говорил. Так, нужно воды. Низкорастущие. На самом деле, все то же самое. Такой же биом, как у тех. Просто они, видимо, ну, вместе не уживаются. Миш, только не забудь оставить это. На сначала что? Воду. Воду, да. Во-первых. А во-вторых, может, голое пространство где-нибудь. На грани тут пришлось. Зону нужно было поменьше, но мы кое-как довели до 100%. Так, обеспечьте. Ну все, здесь, считай, все. В тесноте да не в обиде. Все, замечательно. С ними мы тоже разобрались. Штормовое предупреждение еще. Жесть. Оуэн, у нас большие проблемы. Клэр, пойми, я правда стараюсь. Просто вот такой уж я есть. Да не с тобой. А, с динозаврами? Я чего-то не знаю. Да. Надвигается грозная песчаная буря. Такая, что может оставить все здания без света. А в этом случае безопасность динозавров окажется под угрозой. Так, Клэр, послушай меня. Мы с этим разберемся. Я тебя хоть раз подводил? Вообще-то... нет. Ну вот, не подводил и не собираюсь. Сделаем все, что сможем. Бывало и похуже. Что мы, песочка испугаемся? Так, стоп. Что тут нужно было сделать? А, топливо нужно было. Идет песчаная буря. Жесть, тут еще и такая фигня. Нам нужно как-то обеспечить топливо. Пополнение запасов. Давайте вот так. Давай хотя еще. Бы. Иначе электричество не сможем подавать. Но мы как-то это исправили, осталось только пережить песчаную бурю. Чувакам жесть. Вообще пофигу. А, ты че, дурак? Куда ты? А, его если надо срочно. Данная ситуация меня довольно сильно беспокоит. Я был бы так рад помочь всем, чем могу, но... Тихо. Сейчас я очень занят, увы. Но кто возьмет на себя защиту динозавров? И наши... Но, само собой. Все. Жесть. Спать. Просто... Все в шоке. Этих животных? Так, нужно убежище во время опасных бурь, чтобы рейтинг был нормальный. Ну, нужно, понятно, что усыпить. Мы это, в принципе, сейчас и сделали. Ну и перевести. Так, могут повредить. Тогда возникает брешь. Как у нас и вышло. Выберите, выберите оперативный центр и вручную прикажите. Ну, в принципе, как я и думала. Так, дальше у нас еще генераторы резервные бывают. Обеспечивают электроэнергией здания, расположенные непосредственно возле них. Окей, когда резервные генераторы поставляют, они потребляют топливо. Угу. Лучше, я понял, размещать так, чтобы в их область действия попали все важные объекты. Окей. Сколько тут тонкостей. Так. Ладно, мы на этом закончим пока что, а то мы тут можем бесконечно играть. И если вы захотите, то, естественно, вернемся. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.